Так, всем привет. Ну, решил заглянуть вовнутрь машины. Просто потом времени не будет. Так, дорогие друзья. Сейчас вот открываем машину. В общем, здесь секретов навалом. Эту машину уже, наверное, видели вы, конечно. Вот такой вот салон. Паркер кожа называется. Летом охлаждает. А зимой утепляет там на подогреве. Вот такой вот вид. Вот так вот. Здесь бардачок у нас. Вернее, под телефоник есть такой. Потом еще открывается. Вот так вот. Подлокотник есть. Вот, чтобы легче было сидеть, удобнее. Тут стаканчики есть. Место для стаканчиков. Там тоже бардачок. Вот такой вот. Так. Ну, что здесь получилось? Машина приехала с Америки. Видите, магнитофона нету. Это бортовой компьютер. Его я отправил переформатировать, чтобы на нашу систему. Тут навигация, все дела. Его подключим потом. Сейчас пройдем назад. Багажник большой, вместительный, открывается на пульте тоже сам. Вот тут такой багаж здоровенный. Не знаю, мне BMW нравится. Просто для любителей BMW решил заснять. Вот такие диски у нее, М-пакет. Конечно, машина еще не чистая. Так, с дороги только, везде кожа, паркерская кожа. Вот тут вот такой вот отделенчик есть. Вот здесь вот стаканчики ставишь. А здесь вот можно пообедать. Вот такой вот. И еще здесь вот такое вот типа отделение есть. Но это открывается, там сумка внутри. Для лыж, там для всего. Вот так вот. Ну а силе машины, когда монитор когда подключим мы, вот как видите, отсюда вид такой, там люк, все есть. Когда подключим монитор, бортовой компьютер, я вам покажу функцию, все очень классно. С вами был Султан Аскеров, будем не теряться, по возможности записывать видео. Скоро я выйду в Германию. Надеюсь, что по поездке в Германию будем больше снимать видео и намного интереснее. Оставайтесь с нами. Всем пока.